Вот моя коробочка с покупками. Начну свой обзор с корзинки для хранения всевозможных надобностей. Это корзинки из морских водорослей ручного плетения. Их можно использовать в ванной для хранения мочалок, расчесок, а также для хранения кисточек для макияжа. Другая моя покупочка – это силиконовая лопатка с деревянной ручкой. Просто мне понравилось. Сейчас я открою другую покупку. Это миска для растапливания продуктов на водяной бане. Это очень удобная миска. У нее длинная ручка и крючок для размещения в кастрюле. Имеется два носика, которые расположены по обеим сторонам. И еще одна моя покупка – это покупка книги про кофе. Здесь очень много написано всего интересного и полезного. Например, где растет кофе, какие сорта кофе бывают, какие существуют стаканы, чашки специальные для кофе, а также рецепты приготовления пирожных и тортов с использованием кофе.